Тем временем Черногория за шаг до вступления в НАТО. Американский сенат одобрил заявку балканской страны. За проголосовали 97 сенаторов, двое против. А в конце недели запланировано рассмотрение ратификации членства Черногории в альянсе. Тогда сенаторы скажут свое окончательное слово. Ожидается, что решение о присоединении балканской страны к НАТО получит необходимые две трети голосов.